В этом видео хочу вас познакомить с пиццерией Monkey Business. Это такая уютная пиццерия, небольшая. Там не очень много посадочных мест, но довольно-таки неплохо. В принципе, вот весь зал, вот вы его и видите. Есть диванчики, есть стульчики, ну, это так. Пицца здесь вкусная, это домашнее вино. Кстати, если вы приходите сюда на ланч, вы покупаете, получается, в ланч входит пицца, суп дня и бокал вина. В принципе, здесь неплохо, мне понравилось, тем более это находится возле пешеходного моста, кто знает. Ну вот в Казиме же, если идти на другую сторону реки, и вот как раз вот сразу за мостом находится эта пиццерия. Меню здесь не такое разнообразное, как бы, но вкусно. Как бы прийти, отдохнуть, съесть пиццу, выпить вкусное вино, довольно-таки неплохо. И, кстати, я не пробовала, не пила, как бы не любитель пива, но судя по меню, вот такое меню было, где какие-то разные виды пива. Возможно, ну, вам понравится.